Дать ребенку выходной. Ребенок ранен на рабочем месте. Рома, расскажи анекдот. Окей, сейчас, у меня тут есть. Мужик наелся дрожжей и ходит-бродит. Нашел еврей пачку денег, а там не хватает. У физрука было 4 сына. Первый, второй. Ладно, это смешно, реально. Клоун, погибший от передозировки гелием, легок на поминках. Блин, ладно, все, хватит. В дверь никто не стучал. Отец, подумал Штирлиц. Очень жизненный анекдот, жизни для тебя. Ладно, прости. Подожди, есть еще один анекдот. Что, он тебе два рассказал? Ну давай, давай. А откуда вы такие кадры беретесь? Так у нас в фирме есть специальный отдел. Отдел кадров. Боже мой, это слишком бизнес анекдот. Ладно, подожди, еще. Последний шанс, Рома, иначе ухожу из дела твоего просто. Бабушка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. Ты уволен из собственного интернет-кафе. Это плохо, Рома, плохо. Ладно, есть самая разрывная, погоди. Супер, последний шанс, давай. Сейчас, подожди. Ну ты завысил мои ожидания уже, давай. Умирал старый отец и решил поделить все свое состояние между тремя своими сыновьями. Сказал четвертый сын. Сливает воедино бесконечности синего и красного, порождая фиолетовый, опустошающую энергию, уничтожающую все блоки вокруг. Пурпурный. Охренеть, у меня аж сердце ёкнуло. Пока я в атмосфере, на небе сгораю, ты тянешь меня в ад, а я тебя манюраю. Рядом с тобой нет места, но я это знаю. Я избегаю тебя, я избегаю. У меня это было ужасно. Я знаю. Как будто ты чел, который буквально, ну, глухой типа. Меня сегодня ограбили средь бела дня. Карманников этих развелось. Ох уж эти карманники-то, блин. Ой-ой. Блин, а вообще капец они. Да. Ну трэш. Я, конечно, такое осуждаю. Нельзя воровать, нельзя. Чего? О нет. Это ловушка. О нет. Помогите. Чувак. У меня ничего нет. Помогите кто-нибудь. Нет. Пожалуйста, что-нибудь, чтобы спастись. Нет! Я знаю! Я тебя убью сейчас, текущий серого! Я помогу! Помогите кто-нибудь! Я уже спасаю тебя! Все нормально. Доброе утро, это все сон. Привет, круто поспали. Сеанс у психолога прошел замечательно. Меня как будто трах. Ничего себе! Трезубец. Неразрушимость 500, пронзание 100. Верность 3, проводник 50, починка 10. Пронзание 100, это вообще как? Подожди, то есть если я его кину? О-о-о, оно прям возвращается. Прикольно, чисто молот Тора нашел. Он не вернулся. Атомный ТНТ. Динамит, взрывающий само расстояние между атомами. Взрыв увидит только истинный Це. Це. Там, походу, да, надо интерфейс уменьшить, наверное. Сейчас, подожди-ка. Истинный. Сейчас это малюсенький интерфейсик, знаешь. Динамит, взрывающийся море стояние между атомами. Взрыв увидит только истинный ценитель ДНТ. О, вау. Ага. Погоди, а если сделать максимального уровня? Это тяжело, но можно закинуть сюда какую-нибудь руду и выбрать скорость, например, или проворство. Давай. Как ты сказал? Проворство? Проворство. Что не так? Про воровство? Давай вырежем. Может, у тебя будет еще одна попытка? Еще одна попытка? Все силы в кулак. Весь год удачи. Проворство! Проворство! Господи, вырежем.
Ладно, мы это вырежем, да-да-да. Спасибо. Я могу зажечь прямо сейчас, чтобы ты понимал. Но мы прямо сейчас его никак не убьем. Нам для этого нужно хотя бы рубиновые мечи сделать, луки сделать. Но, я помнишь, говорил про спойлер... Ой, я... Что ты выкинул? Я случайно нажал на кнопку выкинуть. Что ты выкинул? Алмазную кирку. Да и не нужна вроде была, да? У меня в семье все любят хлеб. Мама любит белый хлеб, дедушка серый, папа черный, он любит бананы. Хорошо, хорошо, я вообще не ожидал. Отлично. А вообще, знаешь, идут без руки, никого не трогают. Чувак, так. Я вот прямо сейчас смотрю на палку, и уже у меня есть сомнения по поводу кирки. А у меня вот палка. Выглядит как леденец. Я не знаю, это выглядит как то, что я могу засунуть тебе между... Хорошо, я тогда спускаю свою шахту дальше и копаю там, а ты копай где-нибудь в другом месте, окей? Прямо около тебя. Черт. Короче, если увидишь блок, на который как будто насрали, это уголь. Я думал, ты. На меня как будто насали, все в порядке. О боже. Ой, что-то сейчас явно опять будет. Пропал. Вот сейчас будет реально что-то. Сейчас что-то. Ой, залагало. И у меня. О! О! Фиксплей! Что? О! Фиксплей! Стало хуже! Ты на себя посмотри! Что? Боже мой! Зацени крипера на спине, а? А почему твой больше похож на крипера, посмотри? Мой похож на крипера, ты с ума сошел? Ладно, ладно, нет, беру слова назад, это какой-то крестик. Это отвратительно. Боже мой.